Всем привет, друзья! С вами канал Аль Пачино. Только что вернулся из Техаса. С Гондураса. Шляпу сними. Эти операторы. Смотрите, какую классную курточку я прихватил с магазина New Chic. В этом магазине я уже заказываю не впервые. И вы, надеюсь, смотрели мое прошлое видео. Все товары мне с этого магазина очень нравятся. Они очень качественные и действительно стоят своих денег. Давайте смотреть курточку поближе. Куртка джинсовая, сделана из хлопка на 65% и полиэстера на 35%. Видим мы вот такие лейблы. Куртка внутри с мехом. Куртка для весенне-осеннего сезона. Куртка теплая, идеально подойдет для того, чтобы носить ее весной или же осенью. Мне не было холодно, даже несмотря на то, что сейчас зима. Внутри есть небольшой карман на липучке. В карман можно положить как телефон либо кошелек, так и другие небольшие вещи. Снаружи, в верхней части, у нас есть два небольших кармана. Как видим, мой кошелек туда идеально помещается и надежно закрывается стальной пуговицей. Также есть два удобных обычных кармана для разной мелочевки или чтобы погреть руки. Все швы прошиты ровно и надежно, ничего нигде не торчит и сразу видно, что вещь качественная. В Техасе мою курточку уже заценили. Если вам она тоже понравилась, ссылочки в описании. Всем спасибо за просмотр данного ролика. Всем пока!